Итак, друзья, снимать не снимал, потому что это непросто снимать такие вещи без оборудования нормального для съемки, просто на телефон. Значит, подключил я, провел шланг, который идет на редуктор, ну и, соответственно, проводку. О, кстати, что-то ее натянуло. Не должно быть так. То есть вот она должна быть в свободном полете. Давайте переделаем сразу же. Вот сюда ее кинем, чтоб никто у нас здесь не был натянутый. Вот так. Есть. Поехали вниз, покажу, как чего. Значит, вот она выходит. Вышла шланга и гофре проводки кусок. Дальше вот сюда. Пошла под вот этой перегородкой, балкой, на которой, в принципе, держится редуктор. Это сальник от редуктора. И, значит, вот таким вот образом. На шланге кусочек гофры я тоже поставил, потому что здесь он, возможно, будет тереться об ту гофру, либо еще об что-то. Дальше стяжечками все тут отлично прикреплено. Шлангочка прикреплена к топливной, к бензиновой шланге. Ну и гофра. Дальше за баком. За баком они идут. Просовывается все, ну, не очень сложно, как бы нормально. Идут вот сюда. Вот здесь газовая шланга пошла дальше. Вот в этом месте ее надо будет какую-то резинку ей поставить. Отлично снимается вот эта защита, обычная ВДшка. Шуруповерт, гайка на 10. Значит, все пошло сюда. И выходит. Чуть не упал. И выходит перед, получается, рейкой. Отсюда не видно. Сейчас я покажу, чего там дальше. Ух ты, у меня там такая мокрая, что я вставил и не заметил. Наверное, сальник коробки течет. Уже была проблема. Уже дело не помогло. И вот здесь что-то тоже непонятно, что это тут течет. Но это не ВДшка. ВДшка я так сильно не брызгал. Ладно, разберемся потом. Так, здесь, значит, ну, провод. А вот там вот это все дело проходит. Выходит, вот здесь я вот так обмотал провод на вот эту трубку кондиционера и дальше пустил его под тросиком. Он хорошо там зафиксировался, прям вообще хорошо, прям вообще он, ничего с ним не сделать. Ну, пока временно вот так привязал его. Шланга бензиновая, вернее газовая, господи. Вот она пошла снизу, вот так. Здесь в бензиновую она упала. Дальше вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь смотрим. Вот так я ее сделал. Это шланги кусочек я засунул. Вот она идет, вот видите, снизу. И вот она пошла, вот. Вот она, вот она. И здесь она врезается в редуктор. Ну, мокрое все, потому что я же брызгал мыльной водой, чтобы проверить на герметичность. Фитинги оставил старые, шланги оставил старые. Говорят, что надо менять, но у меня все герметично. Друзья, я, ну, как бы,
Запаха в машине, ну, нет, если бы шланга там где-то по центру была бы треснута. В гараже нет запаха, а на соединениях все герметично. И плюс был косяк вот здесь вот возле редуктора. Небольшое травление, но опять-таки подтянул чуть-чуть гайку и все прошло. Ну, в общем, как-то так. Дальше у нас установка электрики. Ну, и это уже конец. В принципе, все. Следующее видео будет завершающим по установке. Потом будет цикл видео опять по настройке. Ну, а потом все на этом. Просто ответы на вопросы и комментарии. Все, всем пока, всего доброго. Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте, давайте советы. Пока.